Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстван, и это видео на конкурс для официальной группы «Битва зомби ВКонтакте». Итак, все вы знаете, я могу говорить часами, но, к сожалению, время конкурсного видео ограничено 5 минутами, поэтому буду краток. Тематика видео – ежедневные задания, которые появились в игре относительно недавно, но отлично дополнили и разнообразили игровой процесс. Ежедневные задания дают три типа наград. Первое – за выполнение самого задания. Как правило, задание заключается в том, чтобы добыть ресурсы, токсины, энергию или же и то, и другое. Остальные призы разыгрываются на конкурсной основе. Вам придется посражаться за них с другими игроками в групповом и общем рейтинге. И если в групповом рейтинге вам придется сражаться с игроками, примерно равными вам по силе, то в общем рейтинге вам придется сражаться со всем сервером. Но не надо думать, что победить тут могут только сильные прокачанные игроки. Вот, например, на втором месте парень всего лишь 27 уровня, но он отлично конкурирует с игроками, чей уровень выше 80-го. И посмотрите, какие суммы ресурсов они добывают. 6 миллионов энергии, а ведь до конца конкурса еще целых 12 часов. И если мотнуть маленько ниже, то мы увидим, что на шестом месте парень всего лишь 15 уровня. Давайте ради интереса посмотрим его базу. Казалось бы, ничего особенного. Герой Джек, всего лишь 3 уровня. 2 обелиска 3 уровня, но при всем при этом парень просто творит чудеса. Хотелось бы отметить, что для получения награды нужно атаковать именно других игроков, а не собирать ресурсы на базе или выполнять сюжетные задания. Я могу продемонстрировать вам это воочию. У меня сейчас заготовлено 8 киборгов, как раз для выполнения последнего задания. Накопил я 0 энергии, и сейчас мы отправимся в бой, и я покажу вам, что не заработаю никаких ресурсов за выполнение этого задания. Ну, правда, рано еще говорить «оп», пока не прыгнул. Все-таки это последнее задание, оно довольно сложное, и я не уверен, что мы с ним справимся. Но я решил, что раз здесь много вышек огнеметчиков и тяжелых пушек, то, наверное, лучше всего с этим заданием все-таки справиться именно киборги. Давайте их отправим где-нибудь в одном месте. Ребята, вот вам Джек в помощь. Надеюсь, что вы хоть как-то будете справляться. Джилл, иди по пятам вдоль стены. Ну и, конечно же, не стоит забывать про наш адреналин. Будем надеяться, что ребята справятся. Так, адреналин кину, когда... Ой, блин, случайно выкинул сразу 2 адреналина. Это очень плохо. Но будем надеяться, что это нам не помешает. Джилл, давай, уничтожь там пушку. Будем надеяться, что ты справишься. Отлично, ребята прорубаются в центр, здесь все склады врага, и хотя бы ресурсы мы уворуем. Но на 100% прохождение миссии рассчитывать уже не приходится. Да, конечно, жаль, что мы так непрактично использовали адреналин, но, видать, в запале паники кнопка нажалась у меня на мышке 2 раза, и... Теперь нам ничего не остается. Остался Джек, Джилл, что они смогут одни. Но 58% мы выполнили. Украли все ресурсы, 320 тысяч энергии. Возвращаемся домой, смотрим на выполнение задания. Нет, за миссии нам не засчитали. И то, что мы соберем на базе, тоже не зачтут. Чтобы добывать ресурсы, нужно именно сражаться с другими игроками. Давайте я сейчас закажу войско и продемонстрирую, как это будет. Друзья, наше войско готово, и сейчас мы отправимся в бой, попробуем подобрать себе противника, у которого более 50 тысяч энергии, и которого легко будет одолеть. 50 тысяч энергии — это примерно та сумма, которую я обычно ворую у врагов, ну, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Но если брать ее как за золотую середину, то мне потребовалось бы примерно 20 боев, чтобы выполнить ежедневное задание. Что ж, давайте отправимся и поищем врага. Так, нет, этот слишком бедный, идем дальше.
Это для меня слишком сильно, у меня только толстяки да метатели, если б киборги, тогда другое дело. Идем дальше. Ну а вот этот парень, кажется, в самый раз, он конечно не так слаб, как хотелось бы, но все-таки синие стены, мы, думаю, вполне можем с ним справиться. Давайте где-нибудь высадим толстяков, где бы получше. Наверное, все-таки вот здесь, на севере. Так, следом одного подрывника. Давай, разорви там какую-нибудь стену. Метателей. Толстяки что-то уже помаленьку страдают. Давайте их полечим. Ох ты, ё, поддержка из клан холла. Ну вот и все, все необходимые ресурсы мы уже украли, у врага осталось стоять только ратуша, но и не за горами ее уничтожение. Кстати, тут неплохо вражеский Джек справился с нашими толстяками и уже идет переключаться на наших воришек. Но у нас еще есть группа метателей, сейчас они пробьют ближайшие стены и, я думаю, снесут наконец-то эту ратушу. Хотя их тут неплохо отстреливает вышка метателей врага, да и подобрался Джек слишком близко. Но им на подмогу стремятся другие метатели. Да, друзья, это победа. Осталась только одна вышка метателей и Джек. Ну, Джека вражеского побить всегда приятно, ведь после этого ему придется какое-то время восстанавливаться. На 100% мы тут не справились, но необходимую задачу выполнили. Сколько нужно награбили? Награбили мы 58 тысяч энергии. Возвращаемся домой, смотрим задание. Да, 58 тысяч. На этом у меня все. Желаю вам удачи с выполнением ежедневных заданий. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. На нем вы найдете много других видео, посвященных игре Битва Зомби. Ну а я прощаюсь. С вами был 1 из 101. До новых встреч, друзья.